здравствуй, большая страна! Добро пожаловать в Казань, в один из самых живописных городов России. Мы с вами на лучшей лиге мира. Мелбет, первая лига, тур под номером 29. Рубин принимает Хабаровский СКА. Все готово к началу, возможно, главного матча этого тура. Поехали, дамы и господа, звучит стартовый свисток. И начинаем. Давайте по составам кратенько пробежимся. А может быть и не кратенько, будем делать самые разные остановки. Здорово здесь. Золотов пробить можно Александру Золотову. Или вот такую передачу на Уридию придумать. Самошников! Один, кстати, из самых бьющих футболистов Рубина этой весной, которого 115 матчей за Рубин имеется. Неплохо. Удар 1-0. Сумасшедший гол Марата Абшацева. Вот если праздновать юбилей, то только так. Это абсолютный футбольный десерт. Это чак-чак сочнейший в мире голов. 1-0 Марат Абшацев. Я на Василия Олейникова что-то посмотрел. А здесь Уридия 2-0. Мираби Уридия. Очень быстро Рубин берет дело под свой контроль. И 30-летний Мираби Уридия. Мне кажется, вообще в этом сезоне он очень ярко играет. Самошников классно выходит. Самошников дальний. И еще один сумасшедший гол. Ну что они творят? 3-0. Илья Самошников. Выносите ток, задувайте свечи. Рубин юбилей не отдаст сегодня. 3-0. Это пиршество настоящее. Сразу вперед бросаются хабаровчане, нужно им отыгрываться и нужно искать варианты, как это сделать. Саид Алиев на замахе убирает Шарль, и там Алиев уже правила нарушает. Растянули немного эту атаку хабаровчанин. Сильный за боковой мяч отправляет Тесленко, головой скидка, Мартынович! Опять все это попахивает отработанным до мелочей сценарием. Передача. Ух, хорошо может быть. Шарль 3-1. Жан-Шарль отыгрывает Хабаровск один мяч. И вот теперь устраиваемся точно поудобнее. Зотов. Какой ответ будет Рубина на все это? Удар! Имамов на месте. Я уже думал, бить будет, если честно, Самошников. А вот он будет бить. Имамов берет этот удар сложнейший. Тынович, передача какая. Кабутов. Хорошо может получиться. Кабутов в штрафную забирается. Вырезает. Ой-ой-ой. Имамов на выходе чуть не привез момент сейчас. Страду подрабатывает здесь на 5 с плюсом. Не давая Дмитару Миткову. То все так и будет. Звучит финальный свисток. 3-1. Рубин делает лучший подарок самому своим болельщикам и самим себе на этот юбилей. Обыгрывая Хабаровский СКА со счетом 3-1.